Телец. В январе у тельцов на работе все стабильно, плюс-минус так равно, да, более-менее такой месяц, ни холодно, ни жарко. Но вы можете посвятить себя творчеству, музыке, эстетике, хождению куда-нибудь в театр, кино, вот, на вернисажи какие-то, да, если где-то они все еще открываются в Украине, но в Киеве они есть, да. Если вы давно хотели научиться вязать, там, покружиться в вальсе, освоить технику акварели, значит, наконец-таки сподвигнуться, чтобы хорошо петь в караоке, то сейчас, в январе месяце, это ваше самое время. Вы будете чувствовать себя как во сне, события происходят, а вас словно это все и не касается. Да. Вот. Такое состояние является импульсом к новым видам деятельности, дорогие друзья, тельцы. Благоприятные для вас даты. Прямо сразу после Нового года, 1 января, 4, 5, 15, 19, 20, 28, 29 числа. Неблагоприятные числа, когда лучше не сидеть тише травы, ниже воды или наоборот. 3, 10, 17, 18, 24, 25 числа. В плане профессиональной деятельности у тельцов более-менее все тьфу-тьфу стабильно. Сотрудничество с новыми партнерами довольно-таки принесет неплохую прибыль, отличные плоды. В качестве дипломата послужит вам при решении важных вопросов. Больше цените мнение коллег, это тоже один из путей вашего успеха. В финансовой сфере тельцам рекомендуется быть очень внимательным при оформлении важных денежных документов, особенно в начале месяца, когда там жесткий квадрат там, между Венерой, планетой управляющей, вашим знаком зодиака, и Сатурном. Да. Поэтому ничего важного не подписывайте в первые 10 дней месяца. А, с другой стороны, на работе у вас более-менее все стабильно. Лучше не увольняться, не переходить на новое место, а то поменяйте шило на мыло. Внесите отношения в плане личных с любимым человеком, нотку романтизма, пригласите его на ужин при свечах, организуйте еще какой-нибудь сюрприз, особенно прекрасно у вас последняя неделя, когда Венера зайдет в ваш 9-й знак зодиака романтизма. Это примерно после 23 января до 31 января. Поэтому последняя неделя месяца супер классно для ваших прочных любовных отношений, признания в любви и даже оглашение того, что я хочу за тебя замуж, а он может сказать, что я тебя люблю и чтобы ты стала моей женой. Да. В любом случае, те крылья, которые помогут подняться над всеми вашими невзгодами, подарят вам большая любовь в конце месяца. В плане здоровья в январе значит, тельцы больше всего подвержены пострудам горла, да, воспалительным процессам. Вам рекомендуется беречь свои силы, вести более размеренный образ жизни, полезно заниматься физическими упражнениями, пойти в зал, очень благоприятно для этого, значит, январь месяц, довольно-таки энергетический, сила Плутона будет очень сильная такая для вас, но вам нужно избегать алкоголя и других возбуждающих средств, да, несмотря на то, что в Украине уже, в общем-то, сказали, что каннабис будут продавать в аптеках, дорогие друзья. Наконец-таки наши народные депутаты проголосовали за каннабис. Вот. Но вам, дорогие тельцы, лучше этим не увлекаться.